Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком поставил. Алло. Ларису Ивановну хочу. Вы знаете что? Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь. Валерьевна, зачем тебе большая авиация? Поедем ко мне домой. Мама долму готовит. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма... У меня вопрос к свидетелю. Можно? Спасибо. Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему? Да, испытывал. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Мы еще увидимся. Я так думаю.